Как повысить финансовую грамотность населения, разобраться в эффективном распоряжении своими накоплениями и приумножить их? На все эти вопросы можно получить ответы, тренируя финансовое мышление. Именно поэтому Центр продюсирования «Медиаэффект» запустил еще один проект, в котором учат жителей планировать бюджет и контролировать свои доходы и расходы. На игре «Денежный поток», которую провели в бизнес-центре «Партнер», побывала наша съемочная группа. Только вы можете покупать акции в любом количестве по этой цене. Каждый может продать по этой цене. Какая цена? Цена сегодня $1. Игру «Денежный поток» разработал предприниматель Роберт Киосаки. Ее основная цель – научить управлять финансами и пассивно зарабатывать, имея небольшую первоначальную зарплату. Достойный жизненный уровень возможен лишь при высоких доходах, поэтому единственный вариант победы – переход с крысиного бега, так называется первый круг игры, на скоростную дорожку. Можно планировать на игре, разбирать, как правильно заниматься с деньгами своими, как правильно их тратить, знать, что есть какие-то моменты неожиданные, когда есть какие-то траты непредвиденные, их надо успеть покрыть. Можно понять, как деньги вкладывать, чтобы получать доход, независимо от твоей зарплаты, которая постоянно капает. Надо и детей этому учить, потому что реально правильно обращаться с деньгами. И правильно это. На игре можно потренировать то, что потом использовать всю оставшуюся жизнь. Игра очень азартная, и что не может не порадовать. В первый час игры удалось приобрести ценных бумаг в количестве 1000 штук и 4-комнатный многоквартирный дом. Захватывает возможностями обширными, которые предоставляются в процессе игры и, так скажем, приближают идеи, мысли, наверное, к реальности. Игра «Денежный поток» тренирует денежное мышление, учит игроков эффективно распоряжаться своими накоплениями и их приумножать. Если грамотно распределить средства, в ходе игры участники могут приобрести свой бизнес, успешно его развивают, реализовывая свои мечты. Можно вложить так, что потом обанкротится, а можно вложить так, что ты приумножишь, и в конце концов ты заработаешь хорошее количество денег, у тебя появится бизнес. Эта игра, можно сказать, реалити, она очень хорошо продумана, и люди, которые в нее играют, они накладывают на свою естественную жизнь вот те процессы, которые с ними происходят в этой игре. Участником игры может стать каждый по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефону, указанному на экране, или отсканировать QR-код. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.